В этом видео я расскажу про коронку для пневмодаренка SIR-110. Коронка диаметром 110 мм. Вооружена она полубаллистическими штырями, причем по периферии идут штыри увеличенного диаметра 14 мм. У этой коронки выпуклая форма ударной части, что обеспечивает хорошую скорость бурения, и три продувочных отверстия. Такая конструкция обеспечивает хороший вынос шлама из забоя и высокую скорость бурения. В основном эта коронка предназначена для бурения скважин на воду, а также для бурения на карьерах. Хвостовик коронки это стандартный SIR-110. У этой коронки глубокие боковые пазы, что обеспечивает хороший вынос шлама. Высокое качество твердого сплава и высокое качество сверления под твердосплавные штыри предотвращает выпадение штырей из тела коронки во время бурения. Марка твердого сплава и марка стали подобраны таким образом, чтобы обеспечивался равномерный износ. У этой коронки качественная термообработка, что увеличивает ее износостойкость и предотвращает корпус от раскалывания.